Хороший художник способен передавать свое видение происходящего в жизни или даже глобально в мире через картину. Это может быть сюжет на злобу дня. Именно такие работы с авторской идеей, когда художник сам придумывает смысл, складывает его из клочков фантазии, философскую идею и закладывает в свое изображение, способны цеплять и находить своего зрителя. Но ничего бы этого не было без красоты. Ведь именно красота вызывает первоначальный интерес и производит впечатление. Она заставляет подойти и разглядывать, и вникать в суть сюжета любой картины.